у нас динамичная в республике. Ну, сфера некоммерческих организаций, они все активненькие, все разненькие. Ну, вот наш сегмент социального обслуживания граждан порядка, ну, 50-55 организаций, которые, собственно, в соку крутятся. И мы одни из тех, кто регулярно выигрывает различные гранты. У нас есть положительный опыт в каких-то начинаниях, и у других коллег вот решили поделиться в режиме ресурсного центра. Вот примерить на себя эту рубаху и посмотреть, зайдет, не зайдет. А чтобы не наступить на какие-то ошибки, мы, собственно, приехали изучать этот опыт. Готовим методичку собственного происхождения, опираясь опять на знания, которые здесь получили. Ну и я думаю, к концу года мы пару мероприятий да точно проведем, встретимся и, ну и наметим, куда двигаться дальше. Про успехи ваших горожан как бы знают многие за пределами далеко. И те, ну, те, наверное, наработки, которые они активно используют сегодня в практике, ну, как бы позволяют нам тянуться к ним. Во-первых, приятно, что они зовут, и мы у них учимся.